Блины на масленицу – самое востребованное лакомство. Одни любят сочетать угощение с икрой и семгой, а другие предпочитают добавлять сгущенку и варенье. Самые вкусные блины. Все хорошо, замечательно. Спасибо организаторам. Все очень весело. В парке работало сразу несколько площадок, хороводы и народные песни. Традиционные игры и конкурсы справляли масленицу с размахом. Кидали ракету, ходили по лыжам и веселились. Ну, мы здесь часто бываем, да, катались с горки на плюшках и так вот в кафе, чай пили, здорово все. Неожиданным подарком для гостей стал приезд Андрея Малахова. Телеведущий продемонстрировал всем отличную спортивную форму и вместе с детьми пустился в пляс. Очень классно, нравится. Здесь так весело. Хоть календарная весна наступила, зима не спешит сдавать свои позиции. Капель сменяется легким морозцем и снегом. Для любителей лыж самая приятная пора. Зима в парке была очень насыщенная. Было очень много спортивных, культурно-массовых мероприятий. И я вам так скажу, и ожидается и весной, и летом, и осенью, и следующей зимой очень много спортивных, культурно-массовых мероприятий. Мы готовим большую программу, насыщенную для жителей Одинцова. Веселая шумная, морозная и снежная. Такой запомнится зима в Подмосковье. А впереди новые проекты и развлечения для всех жителей и гостей Одинцовского района. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».